Чувства являются привычными. Значит, вот представим себе человека, который переносит эпизод депрессии. Это не просто, когда у вас сниженное настроение, не просто, когда у вас что-то случилось, это прямо такое полноценное состояние, когда вы на протяжении значительного времени, то есть как минимум больше 2 недель, испытываете ощущение такой подавленности, вам ничего не хочется, вы не перестали получать удовольствие вообще от всего, чего бы то ни было, у вас постоянно такие навязчивые, неприятные мысли и так далее. Вот. И что говорят психиатры? Они говорят, если у вас такое случилось, обязательно лечитесь. Почему они это говорят? Потому что если вы пролечите этот эпизод с помощью психотерапии, с помощью препаратов, неважно, но именно сможете выйти на столбовую дорогу здоровья психического, то вероятность того, что у вас появится второй раз это дело, в 2 раза ниже, чем если вы не вылечите. Значит, если вы не вылечили, у вас появилось второй раз, и вы снова не вылечили, то еще в 2 раза у вас увеличивается вероятность следующего приступа и перехода этого дела в хроническую форму.